На улице 27 градусов, мурманчане изнывают от жары и, конечно, как всегда, в такую погоду на Семеновском озере людно. Однако, как бы сильно ни хотелось, купаться здесь запрещено. Но не все обращают на это внимание. Кто-то заходит просто ноги помочить. Находятся и смельчаки, которые заплывают подальше. Вода хорошая, вода больше 20 градусов. Я зашла спокойно, покупалась, насладилась, потому что не выносила сидеть на солнце без воды. Можно сделать какие-то места для купания. Ребенок наступит на что-то, подскользнется, захлебнется, и что дальше? Нет. Пример взрослых, они же смотрят. Вроде как потратили огромные средства на обеспечение вот здесь красоты парка. А ну, где людям реально зайти в воду, там те же самые ноги сполоснуть, там, в жару в такую, ну нет возможности. За купание в водоемах региона могут оштрафовать от 300 до 500 рублей. Сотрудники МЧС объясняют, это не прихоть инспекторов, плавать небезопасно. На пляже должен дежурить, спасатели должны быть. Дно проверяется, прежде чем пляж открывается. Да? А у нас таких водоемов нет. И на территории Мурманской области все водоемы, они сильно не пригреваются, чтобы вот можно было купаться, зайти в воду, нормально поплавать. Да? Вот печальная статистика, с начала года 12 человек уже утонуло. В эти выходные вряд ли кто-то соберется снова окунуться в Семеновское озеро. Синоптики прогнозируют дождь, а на следующей неделе нас снова ждет жара. Лада Егорова, Максим Кравченко, ТВ-21+.